Итак, город Данфёрнлин. Итак, город Данфёрнлин. О нашей прогулке в первый день. Я стала стучать в дверь, в итоге меня кто-то открыл. В мае в королевский Альберт Холл. Мама там тоже встала, пофоткалась и... сыпется. Сыпется. Мой платочек сыпется. И как из обычной капли стекла. Ой, как жарко. Не могу. Тематика которого представляла бега. Однако с курсом MBA было достаточно сложно. И про все эти трейд-выставки, то есть выставки современной продукции. На тот момент я жила все-таки уже в Западном Кенсингтоне. Они насыпали в эту... А билеты на транспорт мы покупали сами себе. С трех сторон его окружают обрывистые утесы. И тут для меня наступил... Итак, несмотря на то, что везде на Западе отменяется русская культура, а случись что, если там где-то прорвет и все, и нас затопит, и тогда даже в передней части здания у входа находится скульптура под названием «Когда англосаксонским населением здесь был основан монастырь». Вилки, ножки, ложи. И вот эта вот вся британская молодежь меня... сильно удивила. I'm Russian, English language is not my native language. So, sorry for my French. У меня было еще в запасе около часа, я решила сходить еще и туда. Да, моя курочка. Ну иди сюда. Иди. Кто пришел? Мой зайчик пришел со мной. Мне помогать будет, да? Помогать пришел. Когда мы, говорит, гулять пойдем? Уже 2 часа почти. Время прогулки.